Сегодня в программе. Это значит, ты муза, а я домохозяйка. Да я воспитываю твою дочь. Ну ты что? Ты вообще адекватный человек или нет? Ну что, у тебя это лучше получается. Ксения не хотела жить скучно и размеренно. Ради модного скульптора она оставила приземленного супруга-экономиста и бросилась в новый брак, как в омут с головой. Но какой же праздник жизни без человеческих страстей? Бурные выяснения отношений заставили женщину понять, что богемный образ жизни оказался ей не по плечу. Она не сможет уже жить в другой жизни. Она только приспособлена к жизни на Рублевке. Наша Аллочка – это уникальная девочка. Она у нас с самого детства посещала модельное агентство. С 15 лет ей уже предлагали сниматься в журналах. О несчастной жизни богатых написан не один роман. Но все равно юные девушки стремятся встретить олигарха и мечтают о сладкой жизни с яхтами, бриллиантами и дорогими мехами. Как бабочки они летят на яркий огонек несметных сокровищ и попадаются в одни и те же сети. Куда приводят такие мечты, расскажет очередная жертва «Золотого паука» Алла Седых, муж которой подал на развод. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Мартыновой Ксении Юрьевны к Мартынову Андрею Михайловичу о расторжении брака. Мартынов Андрей Михайлович иск о расторжении брака не признает. Мартыновы прожили в зарегистрированном браке 4 года. Дочь имеется Мартынова Ева Андреевна, 2,5 лет. По обоюдному согласию, как я понимаю, она остается с матерью. Дочь ответчика от первого брака Мартынова Карина Михайловна, 6 лет. По обоюдному согласию остается с отцом. То есть вами достигнут. Достигнуто уже согласие, да? Теперь прошу вас, Ксения Юрьевна, обоснуйте, почему вы желаете расторгнуть брак. Ваша честь, я прошу вас, очень, пожалуйста, разведите меня с этим человеком. Я больше не могу так жить в нашей такой сложившейся ситуации, поэтому как бы я не вижу смысла в нашем браке. Я вас очень прошу, разведите меня. Да, это мой второй брак, мой первый муж был Василий. Да, у нас с ним не было детей. Ну, он так просчитал, что я должна рожать после 35, пока он пойдет по карьерной лестнице. Но, тем не менее, он был хорошим семьянином и нормальным человеком. Я не могу жить с этим Андреем. Я работала продавщицей, и моя жизнь была очень скучна. И я с каждым днем думала, как же мне ее изменить. И вот моя подруга привела меня на выставку вот этого вот скульптора, Андрея Мартынова. Вот там мы и познакомились. Ксюш. Ну ты вспомни вообще, как все начиналось. Просто вспомни. Какие стихи я тебе посвящал. Как, я не знаю, там лепестками роз. Да, ваша честь, это было. Он даже сбежал со своей вот, ну, с этого показа. Он увез меня, купал в шампанском. Потом мы полетели в Италию. Ну, когда я уже вернулась в Россию, я сказала Василию, что я ухожу от него. И переехала к Андрею. А, кстати, тогда еще в квартире жила с ним его дочь от первого брака, Кариночка. Ну, тогда я была где-то... Около 2 лет, вот так вот. Дочь ответчика, да? Да, да. Скажите, пожалуйста, сразу напрашивается вопрос. А супруга вот по первому браку у вас была, почему девочка маленькая не осталась с ней? А просто жена его, она уже в Буэнос-Айресе жила в это время. Еще годика не было Карине, она ее бросила. Да Карина даже не помнит ее. Да, она меня называла мамой. У нас с Андреем все было прекрасно. Потом у нас родилась Евочка. Вот сейчас ей уже 2,5 года, и... Ксюш, ну ты сама Ксения понимаешь. Ксения Юрьевна, я не поняла только одного. Почему вы хотите разойтись? Вы не указали причину развода. До этого все было хорошо, пока не появилась в нашем доме Рима. Рима – это старшая сестра Андрея. Он ее привел недавно в наш дом. И она, кстати, недавно лежала в клинике психозов. И Андрей оплачивал счета. Я об этом, конечно, ничего не знала. И сейчас я не могу находиться в доме с сумасшедшей женщиной. И там дети. Я боюсь за жизнь детей. И я вообще не понимаю всей этой ситуации. Она. Ну как это она не сумасшедшая, Андрей? Ну, с клиники просто так домой не отпускают. Ваша честь, она может оставить утюг на гладильной доске. Она выглядывает в окно, машет птичкам, понимаете? Она выкрасила стены в черный цвет. Мы сделали недавно ремонт, и нам пришлось все это переделывать. Это в вашей квартире. Она даже залила соседей, понимаете? Мне...
Залить соседей – это не фокус, а вот выкрасить стены в черный цвет. То есть вы указываете Ксении Юрьевне как основную причину развода. Невозможность проживания совместно с сестрой мужа. Понятно. А у мужа, у вашего какой-то возможности изменить ситуацию нет, да, как я понимаю? Ваша честь, я предлагала расселиться, я предлагала обменять квартиры, но моего мужа ничего не устраивает, понимаете? Он вообще ничего не хочет делать. Ксюш, ну давай немножко потерпим. Я тебе предлагала, Андрей, я тебе говорила. Ваша честь, понимаете, когда я предлагала ему вариант, ему ничего не подходит. Он уходит с самого утра на работу, я остаюсь одна. Я не нанималась, понимаешь, за сумасшедшей женщиной следить. У меня двое детей, еще это Рима. Но он ничего не делает, понимаете, он вообще ничего не делает в этой ситуации. Подождите, я не знаю, насколько плоха Рима, но я поняла, что вы остаетесь ухаживать за больным человеком на целый день в тот момент, когда ее брат, ваш супруг, уходит на работу, правильно? Да, да. И вас этот факт тоже не устраивает. Вы не можете и с этим тоже существовать. Я вообще не могу ей доверять, вы понимаете? Я не могу оставить даже с ней ребенка. Однажды она вообще забрала Карину и куда-то ушла. Я сама думала, что сойду с ума, пока я их найду, вы понимаете? И когда я их нашла, оказывается, Карина упала с качели, еще разбила губу. Господи, да это ребенок. Так любой, а если бы она голову себе разбила, Андрей? Ты сгущаешь краски. Хорошо, ну давайте тогда выслушаем ответчика. Андрей Михайлович, не согласны вы с супругой, понимаю. Расскажите, пожалуйста, ваша какая вот позиция? Ваша честь, я могу сказать одно, то, что я люблю свою жену Ксению. Хотите сохранить брак? Я люблю своих детей, да, я хочу сохранить брак. Ксения просто, немного преувеличивает всю ситуацию на самом деле. И по поводу детей, и вообще всей вот этой ситуации. Сейчас я немного просто, я просил потерпеть. Заработаю денег, я отправлю обратно Риму. Но не могу я сейчас ничего в этой ситуации сделать. Ваша честь, а я не могу жить в доме с сумасшедшей женщиной, понимаете? Давайте пригласим мою старшую сестру Зою. Зоя Михайловна Мартынова, да. Правильно? Будьте добры, пригласите свидетеля Мартынову. Ксюш. Андрей, все, это все. Ну, перестань. Свидетель Мартынова. Я. Прошу вас. Сестренку свою уберешь, потом уже наладится. Здравствуйте, Мартынова Зоя Михайловна, да? Да. Зоя Михайловна, сестра ответчика вы, поэтому вы знаете про эту семью достаточно, чтобы какое-то свое суждение вынести. Вы считаете, этот брак стоит сохранить? Да его не просто стоит, его просто я считаю, что его надо обязательно сохранить, потому что это прекрасная семья. Поясните свою позицию. Они очень любят друг друга, у них замечательные отношения, у них растет две замечательные дочки. Кариночка, наконец-то, понимаете, о Карине это вообще отдельная тема. Ведь Карину мама бросила, когда ей был всего год, и она прям просто обожает сейчас Ксению, называет ее мамой. Андрей, уймись уже. Зоя, Ксюша, ты меня что? Да просишь? Ксюша, это вообще, она, понимаете, она святой человек, она же просто ангел его. Он, да ты, ваша честь, да он просто без Ксении, пропадет. Понимаете, он пропадет без нее, потому что я просто не представляю, что с ним будет, если этот брак сейчас распадется. Что будет с маленькой Кариночкой? Я не знаю. Я поняла. Вы сейчас вот сказали про Кариночку. А у нас есть еще одно обстоятельство, которое мешает благополучному существованию этой семьи. Это, как я понимаю, ваша сестра Римма, за которой вынуждена ухаживать истец. И ее это не устраивает. Вот кто будет заниматься вашей сестрой? Ваша честь. Я просто не понимаю. Если она ваша сестра, почему вы не заберете ее к себе домой? Ну, как уже и Ксюша сказала, она действительно неадекватный человек. Да, она моя сестра. Я ради сейчас, чтобы эта семья просто сохранилась, свое существование, которое я очень люблю. Я готова, я прямо здесь, сейчас, прямо обещаю, ваше высочество, ваша честь. Не волнуйтесь. Я обещаю, что я готова взять расходы на лечение нашей ненормальной Римы. Я готова оплатить ее лечение. Но я, конечно, не в состоянии оплатить это полностью, поэтому я предлагаю, чтобы все-таки половину Андрей заплатил. Да вообще нет ни копейки, вы понимаете или нет, заберите ее к себе, она же ваша сестра. Вопрос не стоит, чтобы оплатить расходы, вопрос стоит о том, чтобы вы ее временно к себе взяли. Это невозможно. Ее, конечно, нужно поселить сейчас
в клинику неврозов. Но вы понимаете, сейчас такое время, что Андрей в данный момент не может. Нет, там не о клинике неврозов идет речь, как я понимаю, о тяжелом психиатрическом заболевании. Да. Это вам не просто неврозы. Вы же должны знать все-таки состояние своей сестры. Поэтому, если вы считаете, что вот эта женщина должна ухаживать за чужим для нее человеком, больным психически, то почему вы, сестра, не считаете себя обязанной взять на себя часть вот этой заботы? Ну, я вам и говорю, ваша честь, что я готова оплатить половину стоимости. Только оплатить, стоимости. То есть вы не готовы, что... Я не готова ее взять себе. Все, я просто выясняю обстоятельства, потому что если это обстоятельство указывается как основное, я должна это обстоятельство либо выяснить, что оно будет устранено, либо понять, что оно устранено не будет. Я понимаю так, что это обстоятельство устранено не будет. Хорошо. Были ранее заявлены и иные свидетели. Скажите, вы хотите сейчас выслушать свидетеля Колесникову? Да. Хорошо. Будьте добры, пригласите, пожалуйста, свидетеля Колесникову. Свидетель Колесникова. Вы? Да, я. Прошу вас. Здравствуйте, свидетель. Вы Колесникова Елена Васильевна. Да. Да? Елена Васильевна, пожалуйста, сообщите суду, что вам известно о жизни вот этой семьи, которая вот собирается расторгать брак, и почему вы считаете, что брак должен быть расторгнут? Ваша честь, да это же сумасшедшая Рима, она же просто убьет и дочку мою, и внучку. И вообще, это опасно оставлять там, где маленькие дети. Можно ее устроить в клинику государственную, неплатную, и она там будет жить и лечиться. Да нельзя это сделать. Ну, это же все равно, что выкинуть человека на помойку. Вы понимаете? Ее там за год просто заколят лекарством, да ее вообще ее убьют. Да ничего там. Не будет. Она ничего не буйная, она нормальная. Лечится. Я еще раз повторяю, то, что не выпустили бы ее с клиники, если бы она была ненормальная. Ксюша, я говорила тебе, предупреждала, не уходи от Васи. Вася тебя до сих пор, кстати, мама, любит и ждет. Мама, я не могу жить с этим Васей, неужели ты не поймешь? Мне два раза цветы подарил, на день рождения, на 9 марта. Ну, не на 8, потому что цветы дорогие. Ты понимаешь, или мне с ним скучно и тоскливо. Я не могу с ним жить, понимаешь? Тоскливо, зато он спокойный, нормальный. Ему, на него можно положиться. Он тебя никогда не предаст, не подведет. А с этим человеком вообще от него бежать тебе надо. Ты понимаешь это или нет? Он же лгал все время. Почему ты лгал? Ты же ведь... Это не сестра тебе Рима. Ты же врешь. И Зоя тоже. Почему вы лгали все время? Да, она не сестра ему. Поэтому она и не берет его к себе. Так, мне нужно пояснить несколько вопросов. Первый вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, а кто такой Вася? Вы говорите про Васю. Я не могу понять. Это ваш первый муж. То есть ваша мама все-таки настаивает, что первый муж-то у вас был получше, и что надо бы к нему возвращаться. Так, этот вопрос мне понятен. Теперь, свидетель, вы сейчас заявили о том, что сестра ответчика, которая больная, которая сейчас с ними проживает вместе Рима, она его не сестра, а кто она? Да Рима первая жена Андрея. Что? Так, ну тогда я хочу какие-то пояснения со стороны ответчика. Андрей, ты привел к нам в дом свою бывшую жену? Ксюш, если бы я тебе раньше сказал, ты просто давно бы ушла. Поэтому я не отпущу тебя к этому Васе. Да кто тебя спрашивать будет? Да вас-то точно я не спрашиваю. Я же сама лично видела, как он ходил в комнату к этой Риме и оставался там ночевать. И моя дочка бедная совершенно об этом ничего не знала даже. А это Зоя, извините меня, пожалуйста, родная сестренка, скрывает эту правду и сама тут корчит, видите ли, неизвестно что, комедию из себя строит. Почему ты правду не говоришь? Почему? Ой. Подождите, я здесь вопрос задаю. У меня такой же вопрос. Зоя Михайловна, именно поэтому вы к себе Риму-то не хотите забрать? Потому что она все-таки ваша не сестра. Я-то тут вас спрашиваю, как же вы сестру к себе не возьмете? А она вам и не сестра вовсе? Вы действительно скрывали это все? Простите меня, ваша честь. Ксюшечка, прости меня тоже, пожалуйста. Я тебя очень прошу, Ксюша. Меня просто очень... Об этом Андрей просил. Он меня очень умолял. Сколько я умоляла его сказать правду, столько он умолял меня... Об обратном. Он просил, чтобы я молчала. У них даже, к счастью, и даже отчество одинаковое оказалось. Ну, раз теперь уже... Все, теперь помолчи, Андрей. Уже все. Ваша честь. Я теперь тоже тогда расскажу суду, что знаю вообще об этой ситуации. У Андрея был очень бурный роман тоже с Римой. Ведь Рима, она тоже, в общем-то, скульптор. Вы представляете, роман двух творческих людей. Андрей с головой ушел в этот роман.
Ну, Рима, она с первых дней была ненормальная. Она просто неадекватная была вообще. Вы знаете, такое впечатление, что она вообще с этой жизнью играла просто. Понимаете, она играла. Она могла ночью вскочить на мост и идти по нему. Она могла на ходу из машины выскочить. Андрей, у тебя жизнь с ней была просто как на вулкане. Просто как на вулкане жили, понимаете? Эти Понимаю. Бесконечные истерики, эти бесконечные сцены ревности. Она, вы понимаете, она неадекватная. Она ж на него с ножом кидалась. Она его даже порезала, хотя он от меня это скрывал. Ну, все, хватит. Нет, не хватит. Теперь уже все. Теперь уже не хватит. Ваша честь, она же даже со своей жизнью хотела покончить. Она решила свести счеты с жизнью. И это не единожды так, было. Подождите, но ее суициды меня сейчас меньше всего интересуют. Скажите, пожалуйста, а как же потом он женился на Ксении Юрьевне-то? Дело в том, что... В общем-то, я тоже какое-то время даже понадеялась, что у них уже, может быть, что-то стабилизируется. Родилась Кариночка. Вроде как затишье какое-то было, а потом, извините, это ненормально, я нашла какого-то себе художника и укатилась за границу. Андрей, конечно, очень сильно переживал, но я ему помогла из этой ситуации выйти. В общем-то, он очень быстро развелся. Развелся он и встретил Ксюшу. Ксюша, вот этого ангела, с которым они вообще прекрасно начали жить. Понимаете, у них замечательная была жизнь. Прекрасно, все хорошо. Вот он ненормальный у Римы. Я не знаю, конечно, подробностей, это Андрей мне в двух словах сказал. У нее там случился какой-то, я не знаю, стресс, она попала в психбольницу. Ее там некоторое время подержали, выпустили, она вернулась в Москву. Вернулась в Москву, у нее здесь рецидив, видимо, начался. Андрей пожалел ее, она ведь все-таки... Мать его дочери. Я Нет, поняла. И все это, подождите, устроила. Я сейчас тоже хочу разобраться. И все и это время ответчик продолжал оплачивать лечение своей бывшей супруги, скрывая это от своей жены. Да, он оплачивал все время это, потому что другого выхода не было. Он же не мог ее сразу домой притащить. Вот так он нашел такой выход. Он нашел выход, чтобы держать ее как-то на Из-за расстоянии. Из-за чего? Из-за того, что она мать его дочери? А вы считаете, что это не важно? Я не знаю. Она мать его, он очень великодушный человек, он добрый, он добрый, он великодушный человек, он ее пожалел. А она этим, естественно, только воспользовалась. Андрей Михайлович, сейчас ваша сестра за вас говорила, но мне хотелось бы и вас выслушать, какие-то объяснения. Зачем вы обманывали так долго? Я не обманывал свою жену. Ну, на самом деле, между нами с Римой давным-давно все закончено. Понимаешь? Ну как, она просто для меня не женщина, она просто родной человек. Я не могу ее выкинуть из дома. Ну некуда. Сейчас тем более в этой ситуации. Ну не могу пока оплачивать клинику. Давай немножко потерпим. Ваша честь, давайте пригласим Риму. Пусть она докажет Ксюше, что на самом деле у нас ничего давно нет. Да вопрос-то не в том, что есть у вас что-то или нет. Я хочу еще понять, она в состоянии выступать в суде, если мы ее пригласим? Потому что если там тяжелое заболевание, то мы Я ее... Я же объяснял, что врачи как бы выпустили ее с клиники. То есть она могла... Ну хорошо, давайте попробуем. Попрошу я пристава, пригласите, пожалуйста, Риму Михайловну Мартынову. Здравствуйте, Римма Михайловна Мартынова, да? Да, здравствуйте. Римма Михайловна, как я понимаю, вы являетесь вот первой супругой ответчика по этому делу, да? Нет, я его сестра. И вообще, знаете, я Ксюше очень благодарна за то, что она приютила меня в своем доме, и за то, что именно благодаря ее стараниям... Рим, все, успокойся, уже все знают, что ты не моя сестра. А, ну ладно, тогда на чистоту. Ну и что, я жена бывшая? Я считаю, что мы вполне можем жить втроем. 21 век на дворе, вообще никто никому не мешает. Ну вот мешает как раз Ксении Юрьевне, как раз ваше присутствие в их семье очень даже мешает. Она против такой жизни, ей так не нравится, ей так не хочется. Вы поймите, это необходимо. Я муза Андрея, вы понимаете? Я вдохновляю его, Я дарю ему новые образы, новые темы для скульптуры. Он лепит их с меня, понимаете? А Ксюша, она великолепно справляется по дому, по хозяйству. У нее хорошо получается ладить с детьми. И вообще, она замечательный человек. И вообще, я понимаю, что она законная жена Андрея. Я ни капли не претендую на ее место, упаси Боже. У меня своя роль, понимаете? Я
работаю с Андреем. И вообще, Ксюш, я не понимаю, что тебя не устраивает в данной ситуации. Мы живем в центре, у нас прекрасный двор, садик для детей, школа отличная за углом. Что тебя не устраивает? У каждого, ты пойми, я вообще не претендую на твою роль, вмешиваться в ваши отношения с Андреем я не собираюсь. Просто у нас с Андреем искусство, понимаешь? Ты занимайся детьми, бытом. Так это значит, ты муза, а я домохозяйка? Да я воспитываю твою дочь! Ну что? Ты вообще адекватный человек или нет? Ну что, у тебя это лучше получается, понимаешь? Я не могу заниматься детьми. Я работаю, я в искусстве, мы с Андреем создаем скульптуры. И вообще, где слава, где фурор, который был раньше? Да стоп! Ты убирайся уже со своими... Убирайся уже ты от них, оставьте их в покое, дайте им спокойно жить. Уйди ты со своими видениями, оставь их. Без них Андрей никто, и он ничего не смог создать. Андрей там, да, конечно. А что он сделал за эти годы, когда он жил с Ксюшей сам? Когда только я появилась, когда только я из... больница вышла, он снова начал творить. Мне уже все достаточно понятно. Римма Михайловна, спасибо вам за ваши свидетельские показания. Меня сейчас интересует следующий вопрос. Вы готовы проживать самостоятельно, отдельно от семьи вашего бывшего супруга или нет? А с какой стати я должна проживать самостоятельно, если мы работаем с Андреем? У нас с ним, между прочим, одна площадь. И я имею право находиться на ней. Нет, какая одна площадь? Подождите, объясните мне. У вас что, мастерская общая или общая квартира? У нас общая квартира и мастерская, два в одном. И мы там творим. И мы там создаем. Ладно, творим, понятно. По этому поводу у нас Андрей Михайлович что-то может сказать? Ой. Так, тихо. Ты ничего не понимаете. Тихо, Рима, успокойся. Я попрошу вас, Андрей Михайлович, займите, пожалуйста, место ответчика, потому что мне непонятно, почему вы стоите здесь. Встаньте на свое место, свидетель. Я объясню. Мы с Римой владеем квартирой. То есть у нас равнодолевое владение. Да. Вот. Поэтому мне некуда ее выкинуть в данный момент. Родителей у нее нет. Угу. И вы живете совместно с вашей женой в квартире, которой владеет Рима, да, тоже? Ну, да. Угу. Поэтому я и оплачивал клинику, то есть... Угу. Квартира, конечно же, у вас не меняется никоим образом, вы сейчас разъехаться не можете. Тяжелая ситуация. Ксения Юрьевна, как в этом замкнутом круге жить, что делать? Я не хочу с ним жить. Пожалуйста, Ксюша, я вас очень прошу, ваша честь, разведите нас, я не хочу с ним жить, нет. Мама, я уйду к Васе, я лучше к Васе уйду, он нормальный, спокойный, хороший ну, человек. Я лучше к Васе, вот именно, Вася нет, я не хочу. Человек, я не хочу он главный, сейчас главный экономист, у него с деньгами все нормально, да. И он купил новую квартиру. Да я вообще, я еще буду Карину забирать через суд, если ты не умеешь воспитывать детей, я лучше буду их воспитывать, поняла? Да, тут вопрос с детьми-то остается серьезный, потому что у вас-то по одному ребенку у вас соглашение достигнуто, а вот по другому ребенку соглашение не достигнуто. Хорошо. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Она не сможет уже жить в другой жизни. Она только приспособлена к жизни на Рублевке. Наша Аллочка – это уникальная девочка. Она у нас с самого детства... посещала модельное агентство. С 15 лет ей уже предлагали сниматься в журналах. О несчастной жизни богатых написан не один роман. Но все равно юные девушки стремятся встретить олигарха и мечтают о сладкой жизни с яхтами, бриллиантами и дорогими мехами. Как бабочки они летят на яркий огонек несметных сокровищ и попадаются в одни и те же сети. Куда приводят такие мечты, расскажет очередная жертва золотого паука, Алла Седых, муж которой подал на развод. И уедем сегодня же к Васе. Все, хватит, надоело это слышать. Я не хочу, чтобы ты психом Прошу была. Всех садиться. Оглашается решение суда. Иск о расторжении брака удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Но также я думаю, что будет еще дополнительный процесс, касающийся содержания и воспитания ребенка. На этом судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Андрей, что ты допускаешь вообще?
Ваша честь, я хочу подать на развод. У меня деликатная ситуация, но я прошу вас не судить меня строго. Давайте, деликатнее. Развод вообще деликатная штука. Давайте, начинайте. Он мне рассказывал, как его жена уже достала, что он не любит ее совсем, что он готов с ней развестись. Послушайте, эта песня такая старая. Неужели кто-то в нее еще продолжает верить? Девочки, милые женщины, никогда, никогда не говорите ничего мужчинам, потому что все мужчины козлы. И говорить можно все только на исповеди. Здравствуйте, господа. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Седых Сергея Александровича к Седых Алле Анатольевне о расторжении брака. Ответчик Седых Алла Анатольевна иск о расторжении брака не признает. Супруги прожили в зарегистрированном браке 17 лет. Так, у вас трое детей. Дочь Ариадна Мария. А, через тире даже пишется, да? Да. Так имя. Дочь Ариадна Мария, ей 16 лет. И близнецы, мальчики у вас Александр и Максим. 7 лет, соответственно. Как я понимаю, у вас достигнуто обоюдное согласие, что после развода все дети остаются с отцом. Я правильно поняла? Да. Угу. Так, значит, вы прожили с женой 17 лет, Сергей Александрович, и все 17 лет-то было хорошо. Трое детей, и вдруг сейчас вы решаете расторгнуть брак. Из всех прелестей супружеской жизни она предпочитает пьянство. Вот как-то так. Ну, тогда поподробнее просто расскажите. Может быть, еще не все потеряно. Подождите. Ну, видите ли, дело в том, что я считаю, что этот человек... ей рано было жить в тех условиях, которые я ее поставил. Дело в том, что если вначале, да, она пыталась быть хорошей женой, хорошей матерью, но, видите ли, у нас такая жизнь, что живем мы на Рублевке, все обеспечено. У нее есть все, о чем можно только мечтать. Домом занимается домработница, детьми занимается нянька. Я занимаюсь, чтобы все это обеспечить. Она не занималась ничем. Она, ну, как-то, знаете, есть такое понятие, постоянно какие-то тусовки, концерты. Она выпивала раньше коктейли. Потом перешла на коньяки. Кончилось тем, что она стала пить дома одна. И пить крепкие напитки. Водка, джин, тоник. Сереж, я не прав. Подожди, подожди. Ну, это ладно. Дело в том, что полгода тому назад у нее был массажист, у нее были салоны, все у нее было все время. Вот. И полгода назад она ушла к своему любовнику. Им оказался массажист. Да не было никакого. Перестань, да что не было? Сережа, ну перестань. Короче, как она ушла? Она забрала драгоценности. Забрала шубы. Ну, насколько тебе это хватило, милая? Пока это все не кончилось, она жила с ним. И ему этого было достаточно. Все кончилось, и она ему уже больше не нужна. Вот теперь она хочет вернуться в семью. Мне этого не надо. Мне пришло на телефон то, как она в парке, в пьяном состоянии, с какими-то алкоголиками, друзьями ее новыми. Ее спрашивают, кто-то снимал, я не знаю, видимо, кто-то, ну, кому это выгодно. Снимали. Как тебя зовут? Где ты живешь? Она не могла ответить. Там падает лицом в грязь, да и после этого это тебя после этого добивают, избивают тебя, твой собутыльник. Ну, это еще ладно. А последнее видео, там, где ты занимаешься сексом с бомжом на скамейке, тоже ложь? Это смонтировано все. Смонтировано? Это все враги. Смонтировано? Там лицо твое крупным планом. Нет, это неправда. Ты правда говорить не можешь ничего, но крупным планом твое лицо. Смонтировано. Так, мне скажите, пожалуйста, вы на настоящий момент проживаете совместно или отдельно? В настоящий момент? Ну, ее выгнали, у нее, правда, есть квартира. В свое время, когда было все нормально, более-менее, я ей купил на Сущевке квартиру, 4-комнатную, на ее имя оформленная. Все остальное имущество по брачному договору туда не входит, остается при мне. Что ты будешь делать дальше? Ты сможешь воспитать детей? Дайте вам... Они выросли. Перестаньте уже там. Перестаньте, пожалуйста. Они выросли, поймите, в совершенно другой среде. Сейчас поменять среду – это травма для детей. Мало того, что они видели ее в таком состоянии долгие годы. То есть, Сергей Александрович, вы считаете, что ваша супруга достойно воспитать детей не сможет? Не сможет уделять им достаточно внимания? Хорошо. Ваша позиция суду ясна. Теперь мы должны предоставить возможность высказаться ответчику. Тогда, Алла Анатольевна, скажите, пожалуйста, все, что вы хотите сказать суду в свободной форме. Ваша честь, я хочу сказать, что я против развода.
Все, что есть в моей жизни, это моя семья и мои дети. И я прошу, очень прошу, не отнимайте все это у меня. Почему потому что это единственное, что есть в моей жизни. Это самое главное. Я всегда семью ценила. Так, 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 так. Мне сейчас совершенно непонятно, Алла Анатольевна. Значит, вот я увидела из этого иска, что ваш супруг просит определить детей на содержание и воспитание ему. А вот вы об этом не просите. А вы сейчас мне говорите, что дети — это все в вашей жизни. Да женщина, когда дети для нее все в жизни, она тут в суде, я не знаю, полы будет взламывать, но этих детей оставит себе. Ваша честь, это просто невозможно. Сережа, извините, человек очень влиятельный и богатый. Я против него, я просто ничто. И я прекрасно понимаю, что детей отдадут только ему. У тебя была возможность стать всем, ты ее использовала? Сережа, я единственное прошу, хотя бы иногда видеться с моими детьми. Ваша честь, меня сейчас смешивают с грязью. И все просто потому, что Сережа решил выкинуть меня из своей жизни, из жизни наших детей. Он пытается очернить меня перед всем миром. Я могу тебя оставить своей жизни? И дело не в моем алкоголизме, ваша честь, которого нет. И не в любовнике, которому я хотела уйти от Сережи. Что ж хотела уйти? Что ж хотела уйти? Ты ушла. Ты оставила детей, меня, ты оставила все. Сережа, ты не понимаешь, я просто хотела побыть одна. Я жила на съемной квартире. А после этого муж просто запретил меня пускать домой. Это все потому, ваша честь, что я приступила к грани, которую мне очертил мой муж. А грань эта заключается в том, чтобы просто жить и не высовываться. И жить с богатым мужем — это одно мучение. В браке богатому мужу позволено абсолютно все. Но тебе, как жене, ничего. Ты не имеешь собственных интересов. Ты просто придаток богатого мужа. Он всегда унижал меня, он вытирал об меня ноги. Он говорил мне, да что ты бока своя отъела, корова, да с тобой даже на люди стыдно выйти. Я ревела, я пила антидепрессанты с таблетками для похудения, запивала все это алкоголем и терпела, терпела его постоянные измены, его любовниц. Ты не могла подойти ко мне и сказать, что тебя мучает, я что? Но муж все равно всегда был. Мы раньше не разговаривали с тобой. Алла Анатольевна, несмотря на это, вы, тем не менее, сейчас хотите сохранить этот брак. Почему? Ради детей, ваша честь, я готова вытерпеть все. Семья для меня – это самое ценное, что есть в моей жизни. Я просто по глупости ставила Сереже условия. Я преследовала его, я допрашивала, но я все осознала. Я буду тише воды, я буду ниже травы. Я умоляю, я прошу, пожалуйста, Сережа, Сережа, я прошу, прости меня, не разводи меня, Сережа. Пожалуйста, разреши мне. Надо было раньше об этом думать, ты понимаешь меня или нет? Я тебя умоляю, Сережа, пожалуйста, прошу. Хватит, вы видите? Вот это последствия алкоголя. Алла Анатольевна, пожалуйста, не разводите нас, ваша честь. Алла Анатольевна, зачем вы разыгрываете здесь этот ужасный спектакль? Перестаньте себя прилюдно унижать, иначе сейчас я попрошу судебного пристава, он вас поставит на место сейчас. Судебный пристав, я попрошу вас помочь этой даме подняться. Хватит, не позорь меня перед людьми. Не позорься сама. Давайте, займите, пожалуйста, место. Это все здесь лишнее. Не надо. Я и так верю, что вам тяжело. Здесь сейчас всем нелегко. Это поведение, считаю, связано с похмельными синдромами. И она ведет себя неадекватно. И ни о каком примирении, понятно, речи быть не может. Она мало что позорит себя, позорит меня. И я не вижу никакой перспективы в дальнейшей жизни. Я бы хотел, чтобы пригласили в зал женщину, которая знает ее многие годы, ее подругу, Кристину Ушакову. Угу. Ожидает она, да? Да. Будьте добры, пригласите в зал свидетеля Ушакову. Свидетель Ушакова. Вы? Да. Прошу вас. Здравствуйте, свидетель. Здравствуйте. Кристина Михайловна Ушакова, да? Да. Вы, как я понимаю, были подругой Аллы Анатольевны Седых, да? Да, ваша честь. Мы дружили с Аллой больше 10 лет. Как они с Сергеем на Рублевке поселились, так мы подружились. И замечательно общались, пока Алла не слетела с катушек из-за алкоголя. Кристина, что ты такое говоришь? Ваша честь, все давно уже знали, что Алла 2 года сожительствует с массажистом. И Алла вот такая дура, что она это практически не скрывала. Ты говоришь,
Валентина. Алла, ты моталась к нему на съемную квартиру. И ты всем об этом рассказывала. Зачем ты сейчас об этом всем рассказываешь, Сережа, Кристина? Это терпел? Ты была как моей это подругой. Мне это непонятно. А с массажистом, ваша честь, у Аллы было все хорошо. Ну, пока у нее были деньги. И Сережа еще поступает очень великодушно. Он купил тебе квартиру, отдал все драгоценности. Это более чем великодушно, пойми. Тебе сейчас следует тихо уйти ты и не быть благодарной квартира. Своему мужу. Ваша честь, нужна мне квартира. Единственное, что мне нужно, это мои дети. Может быть, кто-то вот позицию вашу с другой стороны нам осветит. Вы же приглашали свидетелей. Давайте кого-то из вашей семьи, может быть, да, ваша честь, пригласим. Я прошу разрешить... Чтобы была объективная просто картина. Я прошу разрешить пригласить мою сестру. Она уж точно наверняка расскажет, как все было на самом деле. Разумова ваша сестра, да? Людмила, да, Анатольевна. Пригласите Разумову. Свидетель Разумова. Вы? Я. Прошу вас. Здравствуйте, свидетель, проходите. Скажите, пожалуйста, вот чем были спровоцированы в этой семье реальные, действительно серьезные конфликты, которые послужили причиной для развода? Ваша честь, сначала у них была не жизнь, а малина. Все завидовали, буквально все. Я вас умоляю, ваша честь, пожалуйста, не разводите их. Аллочка, ну, вы давайте аргументируйте сначала свою позицию, сейчас... а уж мы потом решим, разводить, не разводить. Я аргументирую. Я просто сначала хочу вас попросить, чтобы вы ее не разводили. Она не сможет уже жить в другой жизни. Она только приспособлена к жизни на Рублевке. Наша Аллочка – это уникальная девочка. Она у нас с самого детства посещала модельное агентство. С 15 лет ей уже предлагали сниматься в журналах. Пока не появился в нашем городке вот этот вот олигарх Сергей Александрович. И не увидел нашу девочку 17-летнюю. Начались ухаживания, цветы, рестораны, пароходы. Потом, в конце концов, предложение. Сыграли свадьбу. Мамочка наша налюбоваться не могла. Аллочка наша счастливый билетик вытащила. Принцессы теперь будет. Только я одна знала, как все будет. И говорила ей. Ведь предупреждала тебя, что не будет тебе счастья, нет любви. Ну не из того же ты круга. Почему, Людмила Анатольевна, почему вы сразу были против брака? Ну потому что, ну неужели вы не понимаете? Сергей Анатольевич, птица совершенно другого полета. А Аллочку ведь как не наряжай, как ее манерам каких не приучай. Ведь провинциальная женщина. Ну что с нее возьмешь? Они ее обвиняли, что она гуляла, моталась. А какая гулянка, ваша честь? Какая гулянка? Деньги? Под заборами, под камерами. Какая гулянка? Да не выйдешь. Разве даже это гулянка? Вот в парке с бомжами, на скамейке. Это гулянка, правда, да? Это, Сережа, неправда. Как неправда? У меня видео на телефоне. Как неправда? Это смонтировано все. У меня... Ваша честь. Мой молоток все равно громче. У меня сейчас будет вопрос к вам, свидетель. Скажите, пожалуйста, что вам известно о факте супружеской измены, то есть о связи вашей сестры с массажистом? Не могло быть никакой измены, не могло быть, ваша честь, потому что этот мальчик, Кирюша, это ее троюродный племянник, это мой сынок. Я его отправила в Москву поступать в институт. Он мальчик умный, он поступил, но поскольку у него денег нет, сколько у вас, ему пришлось подрабатывать массажистом. Аллочка благородно согласилась снять ему квартиру. И она к нему ездила, в гости навещала, и с этой квартиры вот она со мной и общалась. Ваша честь, для меня, конечно, это сюрприз. И это, в общем-то, кое-что меняет. Но, во всяком случае, я хочу, чтобы... Хотя многое, но не меняет. Я хочу, чтобы вы послушали, что говорят дети о своей матери. Я прошу вас пригласить дочь в зал и так дети против ее. Собственной матери в этом конфликте? Давайте пригласим дочь, пусть она сама расскажет, что было дома, как она себя вела и вообще рассказала о своей маме. То есть вы хотите, чтобы мы вашу дочку спросили? Хорошо, значит, будьте добры, пригласите, пожалуйста, Седых Ариадну Марию, двойное имя у девочки. Здравствуйте. Вы Седых Ариадна Мария, да? У вас такое имя редкое. Вам имя-то кто такой красивый выбрал? Ну, красиво, да, Ариадна Мария. Конечно. Кто, папа, мама выбирал имя?
оба, когда они что-то решали вместе, папуля хотел назвать меня Машей, а мама, ну, с головой что-то вот не то у нее, Ариадна, то есть вот Мария Ариадна. Прикольно, да? Мария Ариадна, двойное имя такое. Она вообще ненормальная, понимаете, у меня вот, вот чувства выпирают просто. По дому она просто ходит, от нее воняет, потому что она за собой не следит вообще. Она не может ни накраситься, ни одеться нормально. Ну, вообще-то прилично, она сейчас выглядит сейчас достаточно. Конечно. И произвест впечатление, что когда-то вышла. Ухоженная вполне женщина. Что ей не хватало, я вообще не могу понять. И я узнала то, что она с обслугой спит. Да племянник Ужас. Это ее! Ты что, с ума сошла? С племянником? Папа... Фу. Ужас! Господи! Ваша честь, я прошу, пригласите, пожалуйста, моего племянника. Пусть он докажет, что... Давайте его выслушаем. Хорошо, значит, будьте добры, с... Стольникова, пригласите, пожалуйста. Свидетель Стольников. Да. Вы? Прошу вас. Алла, ты что, его сюда позвала? Тебя вообще, что ли, мозгов нет? Какой посол? Да, племянник, любовник. Ваша честь, я вообще в шоке от того, что здесь происходит. Люди, вы что делаете? Вы вообще с ума посходили, вы слышите себя? Вы просто моральные уроды. Вы там совсем зажрались. Ваша честь, я не могу больше терпеть. Да я... ты вообще кто такой? Я сын Аллы. Я не да, ее чёрт. Племянник, я сын ее. Вот это, да. Да, я ее сын. Она просто... Брательника мне еще Тебе нашли, слова никто да? не давал. Понимаете, она очень боялась. Она очень боялась, что вот этот муж, что он узнает, что у нее добрачный ребенок. Так, стоп. Алла Анатольевна, как я понимаю, это ваш сын вот от первого брака еще. Ваша честь, да, это мой сын, но я не была замужем, я просто родила в 16 лет. 16 лет. Да? 16 лет ты родила. Что ж ты молчала об этом? Я в жизни не женился бы, зная, что у тебя ребенок от кого-то. Да, конечно, не очень жил, чтобы... Да, конечно, нет, конечно, еще нет. Еще родственники записал. Поэтому... Ты вообще чмошник. По... Тебе слово никто ты не давал. Ты ротик закрой, девочка. А успокойтесь, оба успокойтесь. Обратно, меня мама дала на воспитание тетю Люси, чтобы... Да хватит уже. У тебя была такая замечательная мать, которую ты не ценишь. Да, а ты? Она тебя бросила. Так, подождите, я хочу дать возможность высказаться свидетелю. Тогда вы, пожалуйста, объясните. Мама, чтобы не испортить свою судьбу, отдала меня на воспитание своей сестре, тете Люсе. Как бы никто не скрывал от меня, чей я ребенок, мама всегда приезжала, когда была возможность, звонила, ну, присылала деньги. Когда я поехал в Москву учиться в 18 лет, я поступил в университет, вот... Валютный, не понять просто, каково жить на зарплату студента. Вам не понять, а мать помогала всегда. Всегда помогала. Она сняла мне квартиру. Она приезжала, навещала меня там. А вот он выследил и подумал, что мой любовник на нее покушение устроил в подъезде. У него мозги извращенные. Еще не легче. Вам квартиру мама снимала, как я понимаю, на свои собственные какие-то деньги? Ну, или у меня на была деньги своя зарплата, но она была, конечно, мизерная просто, стипендия, но мама помогала. Нет, да. Вы говорите, мама-то помогала. Из мама каких помогала, средств? Да. Из каких средств мама помогала-то? Из моих средств, из каких? Из денег мужа? Откуда у нее свои средства? Скажи спасибо. Конечно. Кормил тебя за это. Я снимала квартиру, зачем? Нет, вы не знаете. То есть мама работала на заводе. Вы говорите сейчас, как хорошо вот быть простым студентом. То есть мама ваша в этот момент работала на заводе, и свои заводские кровные вам отдавала. Но вы же понимаете, нет, что она вас содержала на деньги нет, человека, которого что... вы сейчас и поливаете еще. Вы а? Понимаете, что было бы лучше, если бы она работала на заводе, чем вот такая жизнь. В такую жизнь нужно платить просто бешеные деньги. А ее просто там смешивали с грязью. Она звонила, она плакала, приезжала, плакала. Ну, она сама понимаете? Смешивалась с грязью. Это был ее выбор добровольный. У нее там были еще дети. Она не могла их бросить, я... Ну, нельзя так прикрываться все время с детьми. Я понимаю, что вы маму сейчас свою защищаете, но не все так однозначно. Вы слишком молоды, чтобы судить вот так однозначно все. Сложная ситуация. Хорошо, Алла Анатольевна, вы что-то хотите сказать еще? Ваша честь, я несчастная, сломанная женщина, как отработанный материал. Господи, я думала, что жизнь у меня будет сказкой, что я стану принцессой, но никакой сказки нет и быть не может. И становишься не принцессой, а тряпкой, которую не уважает ни муж, ни дети. Господи, ради чего все это терпеть? Ради чего терпеть, когда тебя вытирают ноги? Ради денег, Сережа, ради богатств, которые могут отнять в один...
я не согласна так. Лучше жить нормальным мужем, со своим ровней. Зато жизнь будет счастливой. Девочки, миленькие, учитесь на моем примере. На моих ошибках я думала, все будет как в кино. Лимузины, яхты, бриллианты, шубы. Но я даже подумать не могла, какая у всего этого изнанка. Это просто фильм ужасов. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Иск удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Решение понятно? Значит, с детьми вы вопрос уже решили до этого, и дети согласны и хотят жить с вами. Тем не менее, если мама захочет с детьми общаться, то отдельным порядком это нужно будет решать. Алла Анатольевна, я хочу вам вот что сказать. Значит, вы сейчас не плачьте. Вы жизнь свою растоптали сами, потому что, когда еще вы были маленькой девочкой, вам ваши родители вот сюда вот на подкорку посадили, что основное – это за кого-то зацепиться, выйти замуж, за мужем, спрятаться за кого-то. Вы знаете, такой вот есть гриб, который на березе растет, чага называется. Вот этот гриб называется гриб-паразит. Так вот, вот это вам родители сказали, будь паразитом у кого-нибудь на шее, прилепись к какому-нибудь стволу, и тебе не надо ни учиться, ни самой принимать решения, ни идти работать, ничего не стараться, ни развиваться как личность, а просто соси из кого-то соки, и эти соки тебе дадут и комфортное существование, и хорошую одежду, и все. Так вот, вот за это вам пришлось расплатиться только одним – своей индивидуальностью. Вы стали оболочкой, вы себя потеряли, вы потеряли своих детей. У вас набито бриллиантами, может быть, шкафы, но вы не личность. Вам сейчас предоставляется жизнью шанс. С вами ваш сын, с вами ваша семья. Вы молоды, вы красивы, вы умны. Идите, работайте, карьеру свою делайте, зарабатывайте сами свои миллионы и свои бриллианты. Поверьте, мозгов у вас, чтобы заработать шикарные туфли и бриллианты, хватит. Только надо работать и стараться. На этом судебное заседание объявляется закрытым.